Приветствую всех. Небольшой обзор. Первый в этом году. Нож уверенного в себе мужчины, а возможно и сильно независимой женщины. Ножны формованный кайдекс с принтом в пончик. Нож в ножнах очень плотно сидит, ничего не люфтит, не выпадает, очень мягко работают ножны. Финиш травления по грубым машинам сатину. Тонировка грубо риски. Имеется дулька для удобства заточки. Нож заточен вручную. Вытравлен у нас такой однорукий конь. Грубые фальши. На обухе битый камень в виде фаерворка с небольшим смещением, не хаотичный. На нижней части рукояти то же самое. Установлены две накладки. Выбраны самые яркие цвета. Оранжевая и кислотно-зеленая. В дополнение к ножу сделал небольшую бусинку. Здесь у нас появился по центру розовый цвет. Нож небольшой. Общая длина 160 мм. Длина клинка полезна 67. Сталь 440C. Один из самых брутальных ножей, что я делал. ЕДЦ формат небольшой. Нож на каждый день. Для тех, у кого нет предрассудков и кто пошел в корень. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.